Доброго времени суток, дорогие коллеги, с вами Кононова Аня, и сегодня мы с вами разыграем наш с вами любимый, самый активный конкурс «Изюминка». Этот конкурс идет для всех, кто находится в структуре Кононовых. Если вы делаете заказы и получаете какие-либо подарки и привилегии на заказ, поэтому и конкурс называется «Изюминка». Да, то есть нужно снять видео про свой заказ и показать, какой подарок вам подарила компания Faberlic, или показать, какое платье вам пришло с огромной скидкой, да, то есть или вы идете по стартовой программе, или вы забираете призы по Faberlic клубу, или вы получаете призы по карточкам «Твой бонус», да, то есть все-все, что вам дарит или скидывает очень хорошо компания Faberlic, там же и купоны, там же и, допустим, по VIP-программе под вас людей зарегистрировали, это все вы можете включить в мой плейлист на розыгрыш на изюминку. Конечно же, условия простые, да, и будет разыграно 5000 рублей между 5 счастливчиками через генератор случайных чисел. Конечно же, участвует очень много людей, и я рада, и вас все больше и больше. Я очень прям довольна нашими классными видеографами проекта, потому что большинство роликов снято просто отлично, просто великолепно, просто хорошего качества. И, конечно же, мы с вами сейчас разыграем 5000 рублей между 5 счастливчиками. И, конечно же, у этого конкурса нету сроков, да, то есть если вы сняли какое-то видео с подарочком, но не успели его мне отправить, отправляйте. Это такой конкурс, который каждый каталог, плейлист будет новый. Розыгрыш, как и все остальные, будет проходить или на планерочке Кононовых, или как сегодня в видео. Итак, проходим в наш плейлист и смотрим. У нас с вами, конечно же, очень много участников в этот раз. Да, 80 участников. Девчонки дорогие, я вас поздравляю. Это Надежда Фомичева, Вероника Брицкая, Мария Чупахина, Ольга Дерябина, три раза, Мария Чупахина еще, Надежда Фомичева, Елена Тимошенко, видите, два раза, да, то есть два разных ролика создано, Наталья Ильгамова, Мария Чупахина еще, Светлана Павлова, Юлия Богдашкина, Нина Рябова, Валентина Табалевич, Нина Рябова, Людмила Воронкова, Юлия Акопян, Роза Дудбаева, Татьяна Ришко, Вера Хлопцева, Юлия Богдашкина, Ольга Захарова, Елена Тимошенко, Мария Тёмкина, Ирина Маляренко, Ольга Ленник, Любовь Сайкина, Анара Султанова, Надежда Фомичева, Виктория Бордас, Мария Тёмкина еще, да, Анара Султанова, Алла Гасанова, Анастасия Кухаренко, Надежда Степанова, Вероника Тузикова, кстати, вот хочу Веронику выделить, классные ролики Вероника снимает, Галина Парфенова, Татьяна Ришко, Яна Сопикова, Яна Сопикова, вот как вы видите, далее Вероника Брицкая, Людмила Воронкова, Любовь Коновалова, Ольга Окунева, Надежда Корнюшина, Ольга Дерябина еще, как вы видите, все ролики разные. Вот. Далее, значит, Елена Максимова, два ролика, Татьяна Гартингер, очень приятно, что участвуют директора, Вероника Архипушкина, Надежда Корнюшина, Мария Деревянко, Елена Тимошенко, Ирина Рогова. Далее, значит, Юлия Акопян, Надежда Фомичева, Оксана Муратчина, Ольга Ленник еще, да, Оля Тарасевич, да, тоже директор с Беларуси, молодец, Лена Тимошенко, Людмила Сиренко, Людмила Воронкова идет, и, ну, в принципе, все, Роза Дудбаева, Надя Фомичева и Ирина Леднева. Вот, значит, 80 клипов идет на участие. Как вы видите, в изюминку можно добавлять и 2, и 3 ролика, да, по разным акциям. Допустим, тут вы получили по VIP-привилегиям, сняли, да, в другом ролике вы получили подарок по Faberlic клубу, сняли, в
третьем ролике под вас, к примеру, компания по ВИПу зарегистрировала человека, и вы тоже можете это снять. Да, то есть вот таким вот образом различные программы, да, то есть акции бывают компании Faberlic различные, да, то есть кто-то айфоны выигрывает, еще что-то. Всегда снимайте ролик, всегда снимайте ролик, отправляйте на конкурс, наполняйте, самое главное, конечно же, это свои ютубы. Если вы будете наполнять свои ютубы активно, к вам начнет приходить со временем народ. Итак, давайте же с вами посмотрим. Значит, 80 человек, 80 роликов, вернее. Вот, тут мы с вами, значит, делаем число 80 и генерируем 5 случайных чисел, исключаем повторение и нажимаем «Сгенерировать». Это у нас с вами номер, значит, так, 66, 60, 58, 65, 72. Ну что ж, кому в этот раз повезло, пойдемте с вами смотреть. Ну, во-первых, мы с вами проходим на мой канал YouTube, нажимаем плейлисты, и в плейлистах мы с вами видим конкурс «Изюминка». Вот она, наша изюминка. Мы на нее нажимаем. Вот таким вот образом вы всегда можете знать, кто и когда и сколько участвует. Итак, берем с вами 58. Так, 58. Это Вероника Архипушкина. Молодец! Так, под номером 60 генератор чисел выбрал Мария Деревянко. Под номером 65. Так, у нас с вами генератор выбрал Ириночку Рогову. Номер 66 Юлия Акопян. 72. Давайте же с вами посмотрим, что у нас там. Кто? Ольга Тарасевич. Оля Тарасевич у нас с вами очень много раз подряд уже выигрывает в изюминке. Она уже, наверное, привыкла к выигрышам. Она уже, наверное, понимает, что такое положительная энергетика и что она очень-очень важна, очень-очень нужна именно положительная энергетика в построении бизнеса и в участии во всех акциях и программах. Итак, конкурс «Изюминка». Победители по генератору чисел, по случайному генератору чисел, да, то есть Юлия Акопян, Мария Деревянко, Вероника Архипушкина, Ирина Рогова, Ольга Тарасевич. Поздравляю вас, дорогие девчонки! Жду ваши фотографии в личку, очень-очень жду. И, конечно же, после того, как вы вышлете фотографии, мы вышлем вам призы на ваши регистрационные номера. Жду вас обязательно.